Всем привет из солнечной осенней Майорки. Привет из Испании. Буду ловить вот на таком вот канале. Это озеро, а вот это канал. Он где-то километра через два впадает в море. На море еще шторм. Поэтому там половить не удастся, да и пляж. Здесь особо нет таких мест, где порыбачить. А здесь довольно-таки неплохо. Ловить буду вот такой маленький бульрок. Буду ловить и двухграммовый крючочек, 10 номер, и маракуйя. Спиннинг крустейдж мой. В общем-то, тут все просто, задача, надо подбросить ближе к тому берегу. Глубина здесь где-то до 2 метров. И вот джиговой проводочкой. Сегодня с утра был лихий, поймал на пилькер, такой где-то 0,5 кило. Повозился с ней. А вчера вечером поймал дорадок некрупных штучек, наверное, 6, 5-6. В общем, рыбка есть. У дорады пасть, конечно, крючок садится. И, в общем-то, еле выковырить его. 3 крючка вчера сломал. Очень сложно выковырить его из пасти. Сегодня ветер поменялся. Противоположную сторону. Вчера здесь было тишь вообще и гладь. Сегодня немножко ветерок есть. Там под кустами поплавочек. Мужичок ходил. Позавчера, наверное, зацепил. А вчера вот здесь семейка, 4 человека местных сидели. Ловили на куриное крылышко. Я офигел. Думал, что они закидушки такие намотовили. Леска, наверное, миллиметровая. Крюк, грузик небольшой. И куриное крылышко. Я языка не знаю, поэтому не смог спросить, на что они претендуют. При такой насадке, может, барракуда или еще что-то тут, не знаю. Сом канальный, хотя вода тут соленая. Может, скорее всего, какая-нибудь барракуда. Ух ты, есть. Есть кто-то сверху взял. Идет ровно. Что там? Как его зовут? Дорадка. Красавица, плыви. Полотенце взять. Сверху вчера со дна брала, а сегодня сверху. Интересно. Не вычислишь ее. Так. Рыбу сегодня брать не буду. Есть жареные еще.
Если крупная попадется, то ладно еще. Уточки травку щипят. Это как раз ресторан нашего отеля. Очень удобно. Рядом вышел, а даже удочку не складываю. Тут три шага пройти. И на рыбалке. Ударчиков очень много. Но видно очень мелкое. Здесь такие видел я. Мужичок грамм по 600, по 700. Дорадок ловил. О, есть. Наконец-то. Ну, мелочь. И это даже не дорада, а это... Это маленький сибас. Тихо, тихо. Вот он и колотит. Или даже не знаю, что это за рыбка. Ладно. Кто знает, подскажите. Солнце уже садится, а рыбы нет. Какая-то мелочь бьет все время, а выловить сложно. Есть. Кто там такой? Судя по ходу, дорадка. Это брыкается. Да, дорада. И теперь идет спокойно, и сейчас будет опять. Ну, что тут у нас? А. Такая вот красотень. Спокойно.